Артеме, можна вас попросити за даними, які у вас наявні? Можливо, маєте якісь інсайди, може, маєте якусь таку менш офіційну інформацію, але якось зможете нам роз'яснити, чому поки за офіційними повідомленнями українських прикордонників, українських військових, вони не бачать пересування вагнерівців на білоруську територію, саме кадрового складу, але повідомлення навіть уже про другий населений пункт, про другий такий табір, який споруджується, один не дуже далеко від Мінська, а інший, от зараз є повідомлення про Могилівську область. Що це таке? Це підготовка до чого? Коли вони мають з'явитися? Чому їх зараз там немає? У нас нет ответов почти ни на какие из ваших вопросов, потому что Лукашенко и Пригожин оба анонсировали очень размыто, да, какое количество людей должно прийти, никто не говорил. Они не говорили, когда может начаться перемещение этих вагнеровцев. Судя по всему, никто еще не знает, сколько вагнеровцев действительно решат отправиться в Беларусь и чем они там будут заниматься. И это ключевой вопрос, потому что это наемники, которые привыкли много зарабатывать, которые привыкли воевать за деньги, да, и совершенно непонятно, что они смогут делать в Беларуси и зачем им туда, соответственно, переезжать, да, если у них есть другие альтернативы. Да, в частности, те, кто хотят продолжать воевать против Украины, они могут воевать внутри российского Минобороны. Кроме того, как и ваши силовые службы, так и местные жители возле, по крайней мере, этого строящегося лагеря в Могилевской области не подтверждают, что кто-то туда приехал еще. То есть пока такое ощущение, что просто строят на всякий случай, потому что об этом договорились с Кремлем, но пока даже местонахождение Пригожина самого неизвестно наверняка. Его самолет постоянно вылетал из Минска в Питер и обратно, и совершенно непонятно, где он прямо сейчас. А я думаю, что здесь просто есть неурегулированность вопроса, в каком статусе вагнеровцам и вообще всей этой компании позволят находиться в Беларуси. Потому что никто не представляет, что Лукашенко разрешит им просто в качестве такого анклава существовать, никем не контролируемого. То есть очевидно, что белорусские силовики захотят держать их под полным контролем или как-то даже инкорпорировать свою структуру. А вряд ли это интересно самим вагнеровцам. Я думаю, что эти задержки, они могут быть связаны с переговорами. Они просто не могут понять, в каком вообще формате возможно существование Вагнера в Беларуси. Потому что Лукашенко тут отличается немножко от Путина. Он терпеть вот такое отсутствие монополии на насилие не будет. Артеме, з одного боку, от ви кажете, що вагнерівці звикли достатньо багато заробляти, як найманці, і воювати, але не вирішити їхати за Пригожиним, а залишитися в структурі Збройних сил Російської Федерації. Це означає, як мінімум, менше заробляти. Да, но пока непонятно, что их ждет в Беларуси вообще. Да? То есть непонятно, что будет с активами Пригожина за рубежом и с его военными миссиями. Да? Из некоторых стран, где сегодня размещены вагнеровцы, уже приходили сообщения, что российская военная полиция их там задерживала, уведомляла, что теперь здесь будут официальные войска стоять и так далее. И вопрос в том, зачем конкретно этим людям находиться в Беларуси. Да? Если их новые миссии будут где-нибудь в Африке, например, то Беларусь они могут использовать как какой-то перевалочный пункт. Приехали, погрузились в самолеты, уехали дальше, да, или какую-то тренировочную базу. Но вот возвращаясь к вашему вопросу с лагерем, зачем им просто сидеть в этих палатках посреди Могилевской области, пока очень трудно понять. Потому что я, честно говоря, сомневаюсь, что у белорусского государства будут деньги их нанимать. Да? А все те контракты, которые они сейчас выполняют, находятся далеко от Беларуси и от Европы даже. В такому разі, ось один із можливих, одна із можливих моделей, яку називають зараз, це те, що можуть збирати, вербувати до себе, наприклад, ув'язнених. У Росії вже не можуть, тому що на це свою монополію запровадив Шойгу і Збройні сили Російської Федерації. А от у Білорусі зможуть поповнювати свої ряди. І тоді можна припустити, що табір цей насправді для, ніби білоруських громадян будується, але тих, хто міг би або захотів би співпрацювати із Вагнером. Ви гадаєте, таку версію слід розглядати серед імовірних чи ні? Поки ні, тому що ми не бачимо ні одного
признака, что Лукашенко готов был бы своих граждан в таком массовом порядке посылать на войну. То есть до сих пор он, да, даже что касается заключенных, да, он не препятствует тому, чтобы белорусские граждане шли в Вагнер, если они хотят. И белорусы уже погибали, воюя за Вагнер. Уже такие случаи были, их даже в плен брали. Но и сам Лукашенко сказал, что он не будет никакие пункты вербовки в Беларуси открывать. Но и это, честно говоря, противоречит всей его линии на то, чтобы держать войну максимально, на максимальном удалении от простых белорусов. Да. Он позиционирует себя внутри страны. Это может быть незаметно, кстати, в Украине, но это он позиционирует себя внутри страны как человек, который, благодаря которому в Беларуси нет боевых действий, нет войны, она не... никак с своими людьми, да, своим населением в этой войне не участвует. Да. И поэтому это было бы, это означало бы просто разорвать с этой традицией, с этой привычкой. И непонятно, зачем ему это. Потому что, честно говоря, на этом денег не заработаешь, особенно, ну, не продавать же, я не знаю, заключенных Пригожина. Артема, а в такому разі чому, навіщо, за які такі бонуси Лукашенко в принципі виходив з цією пропозицією? Чому в цих перемовинах він з'явився і ще й з'явився із пропозицією того, що Вагнер може опинитися в Білорусі? Очень хороший вопрос, и пока у нас слишком много разных рассказов о том, как Лукашенко там участвовал, чтобы понять, какой из них верный. Да, сам Лукашенко, естественно, говорит, что он сам пришел, всем позвонил, всех остановил, остановил колонну вагнеровцев, остановил Путина, чтобы он ее не бомбил, всех с друг другом связал. Российская пропаганда уже рассказывает абсолютно другие истории, что Лукашенко там просто, по сути, попросили участвовать, и он просто помог, потому что Путину так было удобнее. И поэтому мы не знаем правду, мы не знаем, действительно ли просто ему поручили такую миссию, и тогда его инициативу и его интерес здесь искать не стоит. Либо же он действительно нашел для себя какую-то в этом роль. Я думаю, что правда может быть где-то посередине, потому что Лукашенко может монетизировать такие услуги. Да. Он помог Путину, причем помог даже не столько вот в медийном пространстве, сколько помог выйти из угла. Потому что для Путина у него был выбор либо мириться с тем, что Пригожин остается в России ненаказанным, что унижение, да, человек только что мятеж поднял, ну либо уничтожать вагнеровцев физически, это большое кровопролитие. И Лукашенко дал ему такой хороший выход из этой ситуации. И поэтому это стоит денег, это стоит субсидий, это стоит новых порций поддержки. Я думаю, что Лукашенко довольно быстро это монетизирует на самом деле. Ну и плюс, я думаю, что ему очень приятен сам факт, что он во внутрироссийском поле получает себе такой ореол медиатора, решалы, человека, который пришел и помог российским элитам разрулить самый серьезный политический кризис за всю ее историю. Даже если его роль на самом деле была не такая, как он говорит, в медиапространстве, и российском в том числе, но он герой, по крайней мере, был первую неделю. Артеме, а можна у вас запитати? От зараз я, ну, мої слова не сприйміть, будь ласка, якось гостро. Я кажу не оцінку свою, я говорю швидше про модель, як це виглядає. От в медіакартинці. В медіакартинці виглядає, ну, якоюсь особливою і певною мірою важливою навіть роль Лукашенка. І я, от зовні, не будучи включеним в білоруське життя, мені дуже важко оцінити рівень суб'єктності Лукашенка. От що він може собі дозволити, що він робить насправді, чи він абсолютно залежний від Росії і просто виконує накази, які з Кремля приходять, чи в нього є якась відносно самостійна гра. Йому сказали утримувати Вагнер, чи він має свою, ну, свої плани на Вагнер, і, можливо, йому треба якась там, не знаю, силова підтримка, на яку він може спертися в контексті того, що вибори хай інсценізувати, але все одно доведеться досить скоро, тому що просто час наближається. І от рівень ну, самостійності, так би мовити, рівень суб'єктності самого Лукашенка всередині білоруської ситуації, мені, наприклад, оцінити дуже складно. Ця суб'єктність взагалі є? Я думаю, вона відрізняється в залежності від сфери. Тому що стосується внутрішньої політики, у нього більше суб'єктності, ніж прийнято думати. И то, как ему проводить там свои выборы, конституционные реформы, как ему разгонять протестующих, в этом он, я думаю, достаточно свободен, и никакой Путин ему здесь не нужен, и я думаю, что Путину сейчас не до этого. В том, что касается таких вещей, как размещение ядерного оружия, или предоставление своей территории для атак на Украину, все это, у него субъектность здесь минимальная. Он будет выполнять приказы и так далее. Но вот в истории с размещением вагнеровцев, которую мы обсуждаем, я думаю, где-то, мы где-то в середине.
Я думаю, что если бы он был там резко против по каким-то причинам, никто бы его не заставил. Но он, видимо, увидел в этом какую-то возможность и на каком-то этапе этого кризиса предложил себя. Да, предложил себя в качестве такого, я не могу сказать посредника, но удобного убежища для неудобных людей. Да. И здесь, видимо, какой-то микс. Микс и субъектности, и такого полезного сервиса, которого наказывает Путина. Вообще ваш вопрос, он ключевой, и ответа на него единого быть не может, потому что это меняется. Это такая вещь, которая, вы знаете, сегодня он может быть полностью подчинен Путину, затем он видит, что Путин каким-то образом слабеет как внутрироссийский политик, слабеет Кремль, например, поражение за поражением на фронтах, будущее, если это там, представить, да, и эта субъектность может увеличиваться. И наоборот, она может сжиматься. Поэтому здесь нет какой-то константы, чтобы мы могли об этом говорить. Вот все, Лукашенко потерял субъектность навсегда или наоборот, Лукашенко полностью не зависит. Артеме, а у його спробі гри із Заходом так само? Тому що він, зрозуміло, з одного боку риторика абсолютно така, як і у Путіна протизахідна, і він каже, що загрози від НАТО постійно є. З іншого боку, я не знаю, чи Лукашенко сильно зацікавлений в тому, щоб Польща, наприклад, якось посилювала кордон свій з Білоруссю, а Польща посилює у відповідь на появу вагнерівців на білоруській території. Лукашенко хотів би такого результату? Взагалі, як ось цей момент, що НАТО доводиться реагувати, країнам, які межують із Білоруссю, доводиться реагувати, посилювати свої межі, свої кордони із Білоруссю. Як ви ставитеся, як ставляться білоруські опозиціонери, як сприймаються у білоруській владі нинішній? Для білоруської влади це, я думаю, підкріплення їх доволі параноїдального взгляду на мир, що НАТО готується к какому-то временному промежутку к атаке на Білорусь. А от Лукашенко живе з цією мислю, що мене не вийшло свергнути у 20-му, вони спробують ще раз, але тепер під шумок российской войны, они меня свергнут как союзника России. Да. Вот у него мировоззрение такое, и он это много раз демонстрировал своими делами, да, что он действительно всерьез верит в возможность вооруженных действий против Беларуси. Поэтому для него то, что делает Польша сейчас, это еще один шажок в эту сторону. Поэтому, разумеется, он вряд ли этому рад, но я не думаю, что от него стоит ждать каких-то встречных уступок, чтобы успокоить Варшаву. Скорее наоборот, до сих пор он в ответ на давление поднимал ставки. Можно вспомнить 2 года назад миграционный кризис, который он устроил на границах той же Польши и Литвы. И сейчас, кстати, в Литве, по крайней мере, боятся, что под прикрытием мигрантов, которые продолжают сотнями пытаться штурмовать границу, появятся вагнеровцы. А это уже будет новый уровень угрозы для литовских и польских пограничников. Что касается белорусских там демсил, белорусского общества, ощущение того, что у нас по западной границе появляется железный занавес, это не доставляет никому удовольствия. Потому что укрепление границы проявляется не только в том, что Польша 500 полицейских перебросила, оно проявляется и в том, что становится все труднее путешествовать, становится все труднее выезжать к своим родственникам. Да? А многие белорусские демократические активисты, журналисты, люди вроде меня живут уже не в Беларуси, и, соответственно, родственники не могут нормально приехать. Осложняется торговля, разумеется. То есть никому не нравится строительство железного занавеса. Это, я думаю, довольно очевидно. Но в ситуации, когда страна в лице своего действующего правительства выступает соагрессором, в войне очень сложно найти какой-то, знаете, повод критиковать транссоседей. Дякую, Артеме. Спасибі за сьогоднішню розмову. Білоруський політолог, журналіст Артем Шрайбан був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».